Так, я запускаю. Уже на сервер. Так, раз, два, три. А, все, меня слышно. Должно быть хорошо. Цепляйся. Сейчас. Вот тебя запустить. Запустил. Че там ночь? В Крыму, вся в дыму. Тема. Всем они глаз кали. Сейчас потише сделаем. Чуть-чуть. Вот так. А то глушит. В общем, что я сделал? Это было без записи. Тем же днем, когда мы катали. Но я перезапустил рыб. Перезарядил. Я собрал грибы. Я собрал червей. Вот. Что могу сказать? В холодильнике лежат черви. Их не ешь, пусть они лежат. Написано это как мясо. 10 штук. Вот. И мушрум, это грибы, 12 штук, тоже пусть лежат. Потому что они пока не генерятся. Почему они не генерятся, у нас я не знаю. Я читал на форумах, и на стиме, и буржуев, и всех вообще. Кто-то пишет, все пашет нормально, кто-то пишет. Нифига, удобрений нету, и у нас все стоит, короче. Ничего не производится. Будем наблюдать, называется. Вот. Одни пишут, температура должна быть комфортная, типа 20-25 градусов, не больше. Я выставил везде выше 20 градусов. И в общей обогревалке, вообще, все станции, 21, по-моему, я поставил. И также поставил, чтобы грел так и оранжерею, и наш биоблок. Вот. Что еще? Да и все. В общем, кусок рыбы, я тебе могу сказать, один ошметь. Вот. И с ним, допустим, одна какая-нибудь картофельная или там что-нибудь из этих, из веганских белок, поднимает хавку на 2/3. Вот. Ну, в принципе, равен пакету Мрея, когда ели. Вот. Сильно не налегай на эту тему. В смысле, эконом, короче, хавку. Вот. С голоду не помрем. Единственное, что да, они это. Долго растут. Рыбина. Потом что еще с рыбинами? Вот. Темы приятные в том плане, что дают. Если брать с 61-го дня, не 60-го, как я взял, попробовал. Да, урожай от него. Рыбка. Вот, дают две икрины, и дают они хавку, рыбью, короче, удобрение под ним. Вот, сами себя обеспечивают, чем тоже хорошо. Если вдруг будет не хватать, что вряд ли, рыбьих хавок, есть на это как раз червяки, которых лучше не трогать сейчас в холодильник. 10 штук лежат, пусть лежат, на черный день называется. Вот, можно протянуть по мясу именно на, ну, на рыбе, короче. Лягушки всего 4. Вот, но их всего 4 было. 5 было, я одну сожрал. Вот. Рыбой можно, короче, нормально есть. Рыбой и этими. Овощем. Полноценная, не веганская хавка. Вот, это тебе короткие вводные. На то, чем я тогда еще позанимался после нашей катки. Надо будет, ну, кстати, скоро поесть. Потом что я еще съездил? Да пусти меня, раскорячился на плоти. Что я еще сделал? Поехал, я еще собрал несколько образцов. И он у нас осталось, короче, только лишь выработать два минерала. По заданиям можно идти в седьмую фазу.
Ну, чем мы, наверное, сегодня займемся. Посмотрим, что там нам добыть. Пофигу что, в принципе-то. Вот, любые два минерала. Ну, поставить надо две буровые, короче. Дождаться от них этих. Пока они там породу выборят, выберут. Вот, и... дело отвести на переработку. Это на сегодня программа минимум. А чё я еще в этих оранжереи надо северную удобрить и засадить. Я тогда собрал урожай, но их не засадил. Сейчас мы этим займемся. Вот. И задачивает меня слегонца у нас удобрение наше для этих, для овощей и фруктов. Скорее всего, мы займемся тем, что начнем собирать, что там, фосфор, калий, все дела. В общем, это вот сейчас из элементов, которые нужно будет выделять у нас. Удобрение закрафтим из добытых ископаемых мамусианских. Потому что водоросли, можно из водорослей делать удобрения, но я не хочу. Там всего два аквариума, а водоросли четыре типа. В общем, чтобы засорить другую водоросль, надо смыть первую, ну, полностью удалить все из аквариума. Вот, а у нас всего по 5 этих семян, в кавычках, водорослей, скажем так. В общем, надо экономно к этому относиться. Сейчас там еда в одном аквариуме, в другом медицине. Пусть они и будут оставаться у нас. Потому что по медицине водоросли добавляют по одной таблетке. Но когда если делаешь там, крафтишь медицину из водорослей, они добавляют по одной таблетке. Их всего 3 таблетки у нас в медблоке. Вот по одной он добавляет. В общем, это жизненно необходимые вещи, могу так сказать. И один бассейн с этим, с едой водорослей, тоже в принципе, туда им только удобрение делать, удобрение крафтится на водоросли легко, вот. И НЗ по еде, по водорослям, пока пусть будет один стоять, аквариум. Так, вода, чего, воды здесь нет ни хрена, смотри, воды... короче. 4. В эту. В восточную. Вот сейчас сюда. Забрасывай. Чё забрасывай? Две воды в каждую ванну. У нас будет 0,54 нормас. И по одному удобрению. Сейчас. Вот-вот откуда я вышел, в восточную, короче. А я северную поработаю. Okay. Северную надо засадить, так северную. Галлонов нет, надо пойду пополнить. Да, у меня тоже нет. Их 4 типа водорости, что ли, все получается? Да. Ой, блядь, не тот икл. Извините, замуж французский. Чё ты тыкнул? Да я тыкнул себе 4 порции воды, взял в карман. И чё, и как это дело теперь вылить? Набухаешься, бухать, Сань. Да мне столько не нужно. Мне, кстати, надо поесть сейчас. Сейчас я перекушу. Потату возьму. Бери одну рыбину. Фиш. Взял. Я одну потату. Блин, слушай, а как их выкинуть? Да выпей просто, зачем ты выкинуть? Да куда выпей? Мне, блин, 4 стакана воды, я обопьюсь и сдохну. Мне сейчас-то одного будет достаточно уже. Ой, дурачок, натыкал, а? А разве можно от 4 этих стаканов воды тут сдохнуть? А пиццу можно. Я объесться. Ну ты их оставь, один выпей, 3 оставь для еды, чтобы... Ну мне карманы нужны, один хотя бы.
Одну-то я сейчас выпью скоро. Ну, вот а, хрена я выпью, как мне сейчас удобрение таскать? Так, подожди. Да попробуй просто из окошка пустоту. Ну, за окошко пустоту. Ну, а что там, если тыкнуть, неужели там нету выкинуть? Сюда я что-то не нашел. Сейчас посмотрим. Ох, рыбин-то с картошкой как пачку повышает. Я прям наелся, очень вкусно. О, все. Что-то я инвертировал куда там, но куда я инвертировал, я не знаю. Ctrl-C, если нажать. Наверное, он дело все выкидывает. Я помню, было какое-то сокращение клавиатурное, которая освобождает карманы. А, да, clean inventory, все правильно. Очистить. Инвентарь. Я 3 галлона захреначил. Так, а тут надо вообще полностью все. Берем батон. Слушайте, товарищ, не в эту оранжерею. Да я понял, я просто смотрю. Эти удобрения надо еще взять. Иди бери, я беру. Это у нас фрозен. По одной в каждую ванну. Будет 6. Да? Да уже все бери, какие под руку попадаются. Ну это пока 21, это что такое? Я просто органику беру. МПК, блин, это МПК. Это памятники, короче, наверное, хуже, чем у меня уже в старости в моей. Не скажу, что такое МПК. Нажми хелпа и почитай. Я злой сегодня, если не буду. Адеватор добавляю по одной. Адеферлитля. Тоже добавляю по одной. По одной? Удобрение. Чё ты сколько добавляешь? По одной. Ну, одна вода и один удобрение. Вот 0,2 эти воды сейчас и удобрение 0,3. Отцепись. А может, не 2 воды добавить? 2 воды? Там будет 0,54, нормально. Чего добавим? Сразу, сразу проверим. На удобрение надо беречь. На данный момент. 0,53. Значит, по 2 воды. В первую не перелей, там одну уже добавил. В первую я не перелил. Короче, воды должны быть в размере где-то около 0,5, чуть больше. Ну вот я вторую запомнил. 2 воды, одно удобрение, нормально. Ну и там будет 0,50, где-то, наверное, сколько, 4? И 0,30 с чем-то. Да, вот у меня именно столько. Раз водичка, 2 водичка. И удобрение на ванну. Проверяем. Вот, все отлично и стабильно. Раз, водичка. Закончишь, можно будет северную засаживать. О, отлично. Ну вот 4 ванны сейчас будут готовы. Ты пока протелишься, я остальные до этого доделаю. Так не все сразу делается. Мне надо 2 галлона. Ну если ты... Зачем тебе? Куда 2 галлона? Ну, у меня осталось 2 ванны, по 2 ливануть в каждую. Ты не по галлонам льёшь, ты льёшь по 0,25. Это же должно хватить. Ты сейчас занял удобрение. Ну, тебе 1 галлона хватит на 2 ванны.
3, 4. Так. А, идет голос справа. Я просто их еще до и после проверяю, чтобы я не ошибился. Но ошибиться главное два раза в одну не сунь. И проверять их там нечего. Там проверяешь дальнюю правую ванну, которая последней заполняется. Сколько в ней. И первую. Че? Да удобрения что-то много с собой взял. Мне надо было 2, наверное. Каждую по ванне. Вот 4. Ну вернешь обратно. Блин, вот ты неповоротливый пипец. Я уже все. Причем я добавлял, блин, по 2 удобрения и по 2 воды в каждую ванну. Ну, я страхуюсь перепроверками обратно. Цуки не беру, ты берешь потапочки. А то переливал там пару раз. Что ты переливал? Ну, до этого. Когда брал, переливал много раз. Ну, как много раз? Пару раз. Я теперь перепроверяюсь. Да, переливал воды? Да, помнишь тогда? Не надо переливать воды. Что ты здесь стоишь? Что ты сажаешь? Картошку. Блять, а вот сюда надо сажать? Посадил уже? Ну, одну только. Ну, значит, сажай 2 ванны. Вот эту ванну и следующую ванну. Сажай картошкой. То есть, вот эту вторую от входа и последнюю, да? По правой стороне, первую и вторую. Сажали, блин, левую и правую ванну чем-то одним. Потом следующая левая и правая ванна. Так же делали? По-моему, да. Да не по-моему, а да. Две потаты еще надо. Откуда мне потаты? Ладно, еще расчетливость вести. Чего? Ну, расчетливость, я имею в виду, по ресурсам. Не пережрать, там, не остаться без еды, я все равно проиграл. Да-да, у тебя расчетливость, конечно, хрена. Аж возвращались напрочь с этих, с проб в тот раз. Откуда? Счетовод. Да бросил я, когда эти образцы, когда брали, жратва, когда у тебя кончаться стало. Ну, это иди вперед. Это было дело. Ну и кто его расчетливый, спрашиваете? Ну, едешь, рассчитываешь, стараешься, думаешь, нормально. Надо не думать, надо, блин, знать-то. Ну, сейчас же я мясо всосал с картошкой. Сейчас должно надолго хватить. Кому должно? Мне. А с какого перепуга? Ну, канистру поставь, ходишь опять с ним. Потом пингвины пропадают. Ищешь и ходишь, блин, по всей станции. Да нет, я точно... И носки не разбрасывай свои с трусами, блин. Голодные, это, блин, не голодные, бутылки. Это я уже знаю, куда ставить. А трусы с носками, ну не знаю, трусы-то женские, женский персонаж. Вот, тем более женские. Ой, не то нажал.
И так от тебя в душе, блин. Волосок полная. Сливная дырка, блин. Так, 11,5. Хавки у рыб. 8. Меняю. Меняешь. Тут 7. Да. Нет, температуру я, по-моему, вставлял, тут максималка, да. Мне, по-моему, эта температура здесь абсолютно не влияет. Так, и мои любимые черви. С моими любимыми грибами, которые мне весь мозг высаживали тогда после нашей катки. Нет, 54-25, тут я оставил больше, а тут меньше. 44-25. По-моему, нифига не нет. Тут больше почти 50 оставил, а тут меньше. По-моему, на 60% я оставлял грибы. Да. А хрен бы с ним, дай-ка я до 30 опущу. Ладно. Сорок. Подойди вот к этому дальнему ящику, Антон. Вот к этому? Да. И Harvest нажми, там сейчас 40. Один раз у тебя будет 35, второй раз у тебя будет 30. Плотность, и все, больше нельзя. Harvest пару раз нажать. Да, у тебя должно быть не меньше 30 единиц плотности. Снимает он по 5 единиц за один, за одно нажать. Вот 30-ка Destiny. Вот пусть все так останется. Но, блин. Грибочки. Я надеюсь на то, что едик в холодильнике. Я надеюсь на то, что при достижении какой-то минимальной концентрации они начнут расти. Я не помню, как они росли. Они, по-моему, у меня росли, и черви, и грибы. Вот. Но им, по-моему, пофигу. Их собираешь, они все равно растут, короче говоря. Пофигу при какой плотности. В общем, это или же глюк Сима, или же это разные эти сложности, разные станции. Так, что я хотел? Я хотел воды. Нет, не воды. А, удобрение типа. Типа N. Запутался в темноте, где это наше. Тебе не видно, что ли, выхода отсюда? Да, вот нашел. Сейчас я водички отойду попью. Давай. Так, чего там у вас? Крафтится. Добрый мне рыбу. А, ну запущено, ну хорошо. Почему тут не кабрин?
Так, я подошел. Молодец. Там солнце всходит. Хочешь, сходи почисть панели. Сейчас. Я сейчас делаю две этих таблетки, где все мы еще из водорослей. Свет везде там включали. Да я только одну комнату включал. Пусть горит. Кстати, в главной комнате, где этот холодильник, мне кажется, он должен гореть. Он горит, тем более он с двух сторон горит вообще. Холодильник. Выхожу на улицу, чистить панели. Вот они мои панельки, любимые. Я прям по ним соскучился. А ты прям там так топаешь, как будто сороконожка. Его папаша на месте стоит. Да. Я сейчас чуть-чуть перемещаюсь. Значит, у меня 40 ног по ступенькам подниматься. Музычка какая будет на фоне. Да я тоже такой поставил. Бодренькую. Ну, в смысле, не амбиент, который я ставил, но до этого. Что? Ну, охота мне сегодня. Тоже. Запариваться особо. Не, ну она такая. Больше медитативная. Это так сегодня, блин. Что-то с погодой где-то непонятно, блин. Болтузит полдня всего. То солнце было, короче, вообще небо чистое почти. И резко прям. Где-то, наверное, за полчаса. На это уже. Надуло пасмурно. Прям на снег. Холодом вообще пошло такое. В общем, противно. Но перемены такие. Погодные. Еще хуже стал переносить. У нас сегодня солнце светило. Так, что нам нужно под МПК? Сейчас я почитаю. Под МПК. Калий, азот, фосфор. Калий, азот, фосфор. Что у нас? Что-нибудь. Кальций. Нет, там что? Калий. Фосфор, кальций. Там вот не то. Калий, алюминий. Фелдспар. Азот. Упорный вид. Нитер, азот, натрий. Короче, нам нужно взять нитер. Нитер это внизу.
И филдспар это наверху. Калий, алюминий. А, не, стоп. Панели вычищены. Азот натрий. Масон только, блин, надо три буравы ставить тогда. А там по-моему все. Кадин, азот фосфор. Кальций. Ладно. Я вернулся. Молодец. Возьми с полки пирожок. Так, тетрагидрит. Это 107. Так, вот теперь мне надо пожрать, попить воды. И едем ставить. Едем ставить буровой. Отправляемся, и чтобы на более долгий срок отправиться в поход, можно взять, например, одну воду. Что взять? Ну, когда мы где-нибудь разъезжаем, да, брать с собой одну, например, долю еды, одну воды. И как ты будешь есть? А, я забыл про это. Если бы все было так просто. Да. То это не было бы Марс. Ты там с хавкой нормал? Да, с хавкой нормал. Водички когда пью. Смотри, я тут брошу, там, блин, будешь один там куковать. Не, с хавкой с виду нормально. Что, мы подписываем еще? Да, подписывать тоже надо. Так, а какого хрена он на хилса падает? Радиация, что ли? Да как откуда внутри радиация? Ну, что-то дыхание падает. Не знаю, сейчас. В смысле, я тестируюсь. Я понял, я вижу. У вас, говорят, нормал. В пределах нормы все. А что ты думаешь? Не знаю. Смотри, не помри мне тут, а то оставишь. Да, не помру. Нам вроде не кусял ничего. Насчет того, что типа туалет нужен или типа того. У меня одна запись всего в консоли, что ты подключаешься. И все, и потом я карты обновлял. Может, у нас дырка в корпусе? Если бы была дырка в корпусе, вылетел бы весь кислород. Ну, по крайней мере, падала бы концентрация.
Ну, не помрешь. Как я еще подсосусь, как говорится, этим. Вот теперь можно забыть. Сейчас надо посмотреть, что там в ровере еще. Его, наверное, разгрузить, честно. Что у него там с его повреждениями, с горючкой. Да, это я выгружал, потому что... Надо сейчас загрузить обратно. Это пустой этот, стрелялка пустая. Надо его сейчас будет сам. Я беру. А? Толь сэмпл. Да возьми. Но он здесь есть один, положи его в другой ровер. Сейчас. А из этого тогда возьмешь. Хотя он, в принципе, сейчас он не нужен. Вот он пусть в том ровере лежит, допустим. Сколько там, кстати, дамага в том ровере, посмотри. Вот так как катался на нем я, то дамага в нем, ну, есть, как бы, но не особо. Ну, с разными могут быть. Че? Да одинаково. Что в одном, что во втором. Ладно, я тогда тот заправляю. Или. Хрен бы с ним, поехали на этом. Сейчас я его отгоню, этот. Заправь второй вот этот. Не, заправить мой, который? Да, и на нем поеду. Окей. А этот пускай заряжен, хотя. Нет, ладно, пусть тут стоит. Так, в нем что? В нем чемодан. С этим. Пробник, да, короче? В багажнике. Да, Мак 87. Блин, вот говорю, заправь. Ты что-то ходишь, соплишь, блин, компот. Я уже заправляю. Я заправляю, стою. Почему тогда я посмотрел у него на эти, на топливо? Он пишет, топливо столько было, столько и осталось. Ну, потому что я заправлял, посмотри, он заправлен. Сейчас он заправлен. Ну, я и говорю, я стоял заправлять. А почему тогда, значит, я тоже заправил. А ты как там заправил? Ты как заправляешь, скажи мне, друг мой. Фьюил нажимаю. Подхожу к этому, нажимаю фью. Сейчас как это. Он меня тоже пустил. Поехали. Сел? Сел. Мистика. Кто-то пробежал невидимый. Наверное, чужой. Подожди. Ты сел в какой? Да с тобой я сижу. А. Значит, ты заправил тот, а я заправил этот. Ладно. Броузер заправлен. Ну, я стоял этот, заправил, в котором... Ну, а я, получается, наверное, свой заправил. Потому что я смотрю, он в багажнике лежат эти. Ну, да. Ну, ладно, у них дамагов одинаково. Ничего страшного. Что, тот, блин... Да. Выходит? Ну, да. Сейчас я... Поставлю. Да, а чё, надо сейчас погрузить сначала эту буровую. Так, как бы мне тут положить, чтобы не попутать? Ты как и обычно кладёшь их так и положи. А где второй у нас этот, стрелялка? Бахал, должно быть две. Может, в том рувере? Да, да, здесь с одним зарядом. Ну ладно, хрен с ним, блин. Неохота мне сейчас париться.
Эко энергия. Санус. Пока гулял. Уже у меня высосал. Мне только чуть-чуть подсосал. Сажусь. Сел. И здесь. Вот они. Так. Сейчас она что-то раньше у него. Что-то нету места в розыре. Хранить его. Монтировать. А нет, смонтировал. Так, знаешь, что бери? Ой, извиняюсь. Ничего не бери. Одну вот эту вот. Шляпу я возьму. Мне тоже надо будет с собой взять. Взял. Что я удивлен, как он такую бандуру туда поставил. Мы вместе. Чего? Садись. Сажусь. Ничего не забуду. Но у меня в руке эта фигурина есть. Да я вообще. Ну фонарь, наверное, хрен с ним не буду брать. Он как-то не особо и нужен. Да так, фонарь есть второй, вероятно. Ехать нам нужно вот сюда. Это у нас минус 192. Минус 912. Строго на юг. Ну, в принципе, куда едем. Мы поедем и помчимся. Ну их едет, конечно, так медленно. Куда тебе быстрее? Зачем? Не, ну я вообще, я не знаю. В реальном Марсе так медленно. Сила-то тренит, но все равно есть-то так медленно. Зачем быстрее? Нет, я вообще, в принципе, говорю. Можно и быстрее. В смысле, но не нужно. Ну, с такими горами так-то да. Просто едешь, все чистенько, гладенько, а потом фигак и гора. Чего пропали? Ну на карте наши ориентиры пропали. Не ловим мужа, что ли? У меня все показывает. Да, но у меня дрил стоит, короче, обновленная карта наших мест, где мы брали дрил, образцы. Дрил сита? Да. Но у меня дрил, на дрил сита ничего не... Апдейт мап нажми. Нажал. Значит, ты не проплатил аккаунт. А, все равно появилось. Не, у меня бесконечная лицензия. Да. Что у тебя еще бесконечная? Марс пожизненная лицензия. Сделал. Так это же скачиваешь, что тебе бесконечная лицензия. Так же и тут только лицензия лицензионная бесконечная. Выпуливайся. Приехали.
вместо выходим вполне как Майкл Джексон. Так, что тут у меня? Ой. Пойдем за то, что нужно. 107. 107, значит 107. Так. 107. Ой. Вандура прям по сильнее дню, наверное, мощи будет больше. Установить. Дрил спит. Здесь? Трех. Чё говоришь? Прием, прием. Я здесь, чё ты? Я чё-то тебя не слышу. Раз, два, три. Но я вижу, что у меня идет. Ты сейчас что-то говоришь, а я тебе не слышу. В Дискорд. Сейчас. Раз. Нет, не сюда. Куда? Раз, два, три. И в бандикам идет. Микрофон, что ли, переключился? Да нет. Что тебе с скачом? А ты меня слышишь? О, блин. Странно, но игру тебя вроде не слышу. А тебя вообще нет. Сейчас я подключусь. Раз, два. Нет, ну уровень я вижу в бандикаме от голоса, значит меня слышно. И в Дискорде. Я вас, Олег. Вот сейчас слышу. Ну, у тебя что с дискачом какая-то, ладно? Да, это дискач. Что-то последнее время скайп догоняет. По глюкости. Все, ну что, ладно, добываться. Помаленьку. Можешь, звук. Можешь посмотреть. Да я смотрю. Смотрю так же, что он звуки ему не прописал. В смысле того, что там цихерки бегут, что породу добывается. Оставляй, короче, вот это. Да, Антоха, что ты у меня маячишь перед носом? Я хотел на циферки посмотреть, которые добываются. Ну, с любой стороны подходишь и добываешь. А еще одну фичу надо было. Сейчас покажу. Смотри. На меня смотри. Йоу! Это ты как сделал? Да, я тебе расскажу. Ха-хай! Да я бы тоже помыхал, чё-то. А, ты так не умеешь! Вот то есть... Ты дышишь. Ctrl-S, Ctrl-W. Ctrl-S? Я помахал или чё? Нет, ну тап нажми, ты увидишь себя от третьего лица и увидишь, что ты делаешь. Так, Ctrl-S. Да я полез. Есть у меня еще клавиатурные сокращения. В общем, я полез в кишки Марса. Много я там пока не нарыл. Но просто поздно уже было. Да, короче, народ пишет, можно хакнуть один файл. Я где-то сохранил, какой файл именно. Ну вот, то ли с помощью браузера его открыть как-то, записать. В общем, там .dat файл обычный, да, и в нем прописано эти... цифры, количество, в общем, удобрений на тех же червях и на тех же грибах.
туда можно вписать эти цифры, они у тебя появятся здесь все. Вот. А второй чел писал, это кто-то там эти, буржуи кто-то. Вот, они, короче, исследовали там это дело. Он говорит, я, говорит, декомпилировал что-то там, вот, и посмотрел, типа, алгоритм, насколько я понял. Вот, что, говорит, если заканчиваются удобрения у червей и у грибов, то они прекращают свой рост. Вот, что, типа, там фигня, потому что писали то, что вот, удобрения, говорит, закончились, второй чел писал, по нулям, а, говорит, рост все равно шел. Вот, в общем, там что-то двоякая вся тема. Вот, на все это дело. Будем разбираться. Не, не люблю, когда не работает так, как должно работать. Непорядок. Залезть меня... в код и нормально подделать, чтобы все работало не глючило. Но... неохота. Ну, хочешь, я поковыряюсь. Где? В чем? В коде. В коде? Ты будешь декомпилировать чем-то, ты знаешь чем? Ну, Google скажет. Ну, попробуй, поищи, если ты такой умный. Поищу завтра. А нет, все-таки скорость. Это же самому интересно. Вращение дрели, в смысле с этого, бура, не зависит, не влияет на скорость добычи. Но, по-моему, блин, он этот... выжирает он само сверло, сам бур. И радиацию фигачит нехило. Да, надо поехать сейчас обратно. Так, прикинь, подправим, в Steam запихнем файл и выпустим версию 1.8. Ну, никому не нужно у Марса, да? Да. Ну, какие-нибудь старички, так знаешь, придут и скажут, ох, чувак подправил клюкости, а в 1.9 еще недочеты подправил. Ну, чисто, знаешь, ну, для себя, для комфортной игры. Хотя, в принципе, можно будет в открытый доступ. Ну, как открытый доступ? Открытый доступ ты мне не это. Так, 12 фунтов породы я взял. Вторая, нет, ты эту оставь здесь, железяку. Пустую, да. Поехали домой. Сейчас домой вернемся, перекурим свою. Я сначала сунуть на эту. Сел? Сел. Сунусь, переработаю материал, посмотрю, что у нас там получилось. А нам же надо вот. Два любых материала. Ну вот, по идее, сейчас уже два и будет. Потому что здесь нитер. А в нитере. Я остановился, да, переключился. Нитер, азот и натрий. Ой. Не то нажал. Суды. Чё, прикол, что рулер похож на руль Формулы 1. Да, может, не крутится, не анимированный. Ну да. Это сейчас вот ты поворачиваешь, это глядит, как будто ты ногами в полу туда-сюда вертишь этим рулером, как игрушкой в костюме. Ногами? Ну, как будто, да. Я про то, что не анимировано, и смотрится это как будто ты у тебя внизу ноги дальше, и ты туда-сюда таскаешь, да. Кошмар. Да. Для чего? Жизнь марсианская, да, Оля? Да. Да что он как? Ну, чтобы дописать все равно тут анимацию, это надо фигачить исходник, искать. Что это было? Все это.
ты... Я, по-моему, я налетел на нашу метеостанцию. Да, да, вот сейчас по жопе получишь, как ты мне тогда. Ну, дамага словили, ну ладно, отремонтирую еще. А я только еду, думаю, где-то она здесь должна быть. Такой, я еще еду от третьего лица, короче, там не видно нифига, что передо мной, фары не включены. Да, ну, да, нет, если правее дать, то да, но я понял, ты едешь просто прямо, я понял. Не, ну ты видел ее, мог бы сказать, или ты тоже не видел? А я увидел ее только тогда, когда ты сказал, когда ты врезался. Я подумал, что вообще, знаешь, в прозрачную стенку врезались. Потому да я мне... смотрю, такой раз остановились, стал вспоминать, что здесь было. Вспомнил, что здесь, да. И вот этот вот козырек, не козырек, а вот эта вот белая планка для стекла, она загородила, слилась с той, и я тоже не сразу увидел, что там стоит, когда ты уже остановился. Подожди, надо сюда, да. Визуализация пространства. Просто она тут отсутствует. Быстро выйти из ровера, сочетание Ctrl-U. Нормально. Так, заходим вот сюда, вот на эту агрегатину. Нажимаем. Говорим load. 12.8. Загрузил. Включить. Процессинг. Что-то начал. Эта херовина должна 2 сэмпа подать, да? Должна нам дать 2 минерала. Ну, в смысле, переработать сейчас. А в дальнейшем, что мы с ними будем делать с 2 минералами? Крафтики из них. То есть я понял. Из химических элементов. Бандура. Для крафта. Бандура это для извлечения нужных нам элементов из породы. Для крафта там, как говорится, другое уже. Для крафта есть столы внутри этой станции. Единственное, что он сейчас у меня не полностью уровень не полностью забил здесь внутри. Сейчас посмотрим, он скрафтит себе, ну должен, по идее, от себя он какие-то копиющие, по-моему, в это переработать. 12 фунтов не так много. Скажу, перекурю. Ты зайди в станцию. Ты сейчас столько радиации в плане. Точно. И таблетку можешь смело выпить от радиации, даже не тестируется. Радиатион? Да. Ну а сейчас до этого. Да переработает, я тоже пойду в коре. Так и будешь в нем жить. Да не, я в этот раз быстро нашел, сориентировался. Так, вот. И... Да будет свет. Азота у нас 10 единиц. И все. Все? Да. Значит, а кто он там, блин, нитроген? Нитроген, смотрю. А, нитер.
азот и натрий. А вот поскольку концентрация одного и другого, я не знаю, скорее всего нужно там, не знаю, 20 единиц или сколько-то надо забивать, чтобы он еще и второй элемент оттуда сунул. Ну да ладно, нас сейчас интересует, азот есть 10 единиц, нужен калий и фосфор. Калий и фосфор в одном у нас, а нет, фосфорит, вот что у нас. Калий или кальций, НПК у нас из чего? Калий, азот, фосфор. Вот калий, фосфор, по-моему, в одном нет. Сейчас посмотрю. Фосфор, кальций есть в одном. И все. Алюминий, калий. Фелдспар. Калий, алюминий, калий на первом месте. Нашего там больше. Вот фелдспар можно будет еще набрать. И фосфор, это фосфорит. Тоже мы это дело проходили. Есть у нас образец, я точно помню. Короче, кто молодцы, мы молодцы. Это да. Так я сейчас зашел, схожу покурю. Ну, я сейчас тоже зайду. Сожру таблетку и подкурю. Thank you.
Алло. Да. Надо будет отвалиться сейчас от игры. На Квардус. Задание. Там ты как закончишь, вот она напишет тогда ВКонтакте. Ну. Да я чё, я сейчас, наверное, тут дособеру. И перейду в следующую фазу. Тогда спишемся. Добро.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
feel so alive. I've never felt this way before. It must be you and I. It's got me thinking about us more. It's these bright lights and happy in the days. And I can't stop but think about the way that you move around up and down on that stage. It's your future vibes. Bright lights and happy in the trance. So I feel like I can do it all. It's a good life that I really want. I got the future. We'll be right back.
We'll be right back.
Time we gotta switch the menu.
Ah.